доставала вчера рыбу из морозилки, положила ее в холодильник разморозиться. Хочу сейчас посолить. Она у меня уже очищенная, без шкурки, без всего, поэтому просолится очень быстро. Немного соли. В прошлый раз солила, переборщила солью. Что-то никогда не думала, что можно испортить солью рыбу сахаром. Подиспортила, было не очень вкусно. И чуть-чуть сахара. Сбрызну соком лимона. И еще мне очень нравится положить лаврушечку. И следующий кусочек. Скорее всего, даже вечером уже можно будет кушать. Здесь сверху уже не буду класть, вышки снизу лежит. И в холодильник.